Я Кейт Баркли, жена полковника Баркли. Нам нужно найти себе увлекательное занятие, пока наши любимые мужья на службе. Может быть, пение? Пение? Лучше уж позвать стриптизерш. Отличная мысль. Лиза, помоги мне организовать их. Короче? Может... Прости. Давай. Нет, говори. Ладно. Большое спасибо, Лиза, это очаровательно. Похоже на моих родителей во время разлуки. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Это было больше похоже на шабаш ведьм. Не преувеличивай. Если ты думаешь, что им нужно это пение, то ты витаешь в облаках. Я вздрагиваю от каждого звонка. От каждого стука в дверь. Как вы с этим живете? Тебе, может, хор и не нужен, Лиза, но он очень нужен им. Нам нужна четкая организация, а ты в этом не сильна. Слушай, ты постоянно меня критикуешь, а я очень стараюсь. Нас ждет полный провал. Девчонки, только не сдавайтесь. Уверена, мы справимся. Великая музыка не рождается, когда все хорошо. Ей нужны сильные чувства. Наш хор поет не для себя, а для всех, кому нужна поддержка. Почти знамениты. Что мы там говорили про стриптизерш? Кино с 28 мая.